9 декабря в утренней передаче РФМ известный вам депутат от партии регионов Владимир Олейник предложил снять депутатскую неприкосновенность. Ну что собой представляет партия региона, на мой взгляд? Это партия политических шулеров, фарисеев и социальных демагогов. И, наверное, этой партии принадлежит всем фраза Чечетова, что мы развели оппозицию. Помните, как это даже сказал? Уважаемые граждане, он не оппозицию развел.